Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И сегодня бы хотел коснуться такой очень популярной такой темы, которая затрагивает практически каждого второго работягу, который приезжает в Польшу, а именно кидалово в Польше. То есть очень много людей, которые приезжают в Польшу, работают какое-то время, и они не получают свои заслуженные деньги. И сегодня я решил пообщаться с человеком, который действительно разбирается в этом. Это Мариуш, он является директором Украинской торговой палаты, а также у него есть здесь ряд бизнесов в Польше, и также один из бизнесов – это именно трудоустройство. Поэтому он, как никто лучше, знает, как можно защитить себя от всех кидалов в Польше, связанных с работой. Ну что же, друзья, давайте пообщаемся с ним. Поехали! Итак, я бы хотел узнать такой первый вопрос. Если уже произошло так, что человек поработал, да, какое-то время, он отработал там 5-10 дней, ему не понравилась работа, он обращается к посреднику и говорит, я не хочу больше работать. А посредник начинает говорить, я не могу тебе дать деньги, да, то есть там штрафы какие-то, вот такие вот нюансы. И человек еще не подписывал договор. Как можно вернуть свои деньги? Ну, во-первых, начнем с того, что договор должен быть подписан еще до того, как начинается деятельность. Прежде чем кто-либо начал свою трудовую деятельность, он должен подписать договор так называемого умовозлицения. Также должно быть на руках уже освящение о замяже о праце. Это документ, который зарегистрировал в Уженде праце. Человек, начав свою деятельность здесь, в Польше, уже подписал двухсторонний договор и с работодателем, а у работодателя остается второй экземпляр. У тебя есть основания того, что ты работаешь легально. Если этих документов нет, то знайте о том, что вы находитесь в воздушном пространстве, что в любой момент, когда вы уйдете с работы, у вас есть риск того, что вам не заплатят деньги. Если уже эта ситуация произошла, и вы рискнули, устроились на работу и начали работать, не имея никаких документов, то здесь есть несколько вариантов. Один из вариантов – это обратиться в Ужанд праце о том, что вы работали на том предприятии, в котором вы находитесь, и известить их о том, что вы там находились. Так называемая поселковая инспекция праце. Это организация, которая занимается нелегальными рабочими и нелегальным трудоустройством предприятий украинцев, русскоязычных людей в загранице, в Польше, конкретно в Польше. Если вы обратились в эту организацию, они обязаны запротоколировать ваше обращение и выяснить, был ли факт такой деятельности. При всех остальных случаях обращения в полицию и так далее, это не будет иметь никакого смысла. Каждый работодатель в Польше, он рискует потерять контракт, рискует принести большие потери, если человек работает у него нелегально. Штраф от 500 злотых до 25-30 тысяч злотых за сотрудника, который работает нелегально. В этом случае рискует сам предприниматель. Никто не хочет рисковать теми деньгами и своей собственной репутацией, если произошла такая ситуация. Поэтому вы должны быть образованными, осознанными и обезопасить себя. Вы должны знать, что начав работу на этом предприятии, у вас есть такие же права, как у того работодателя. Вы вправе предъявить эти права, как человек, который наемный сотрудник, который обратился на работу. Поэтому, попытаясь решить вопрос сначала с организацией, с предприятием, которое вас устроило, объясните им, что в случае невыплаты вашего вознаграждения, которое было у вас условно договорено на каких-то словах, либо было устно сделано, но не было никаких доказательств письменных, что вы обратитесь в эту инстанцию. Это абсолютно изменит всю сложившуюся ситуацию и отрезвит того работодателя, который хотел вас кинуть и хотел вас обмануть. Поэтому я предлагаю вам быть людьми осознанными, умными и владеть этой информацией. Можно обратиться, но только в том случае, если вы уже абсолютно уверены, что деньги безвозвратно потеряны, и вы не можете их вернуть. Ну вот часто такое бывает, человек приезжает по безвизу, то есть он приезжает, и эти документы готовятся 2 недели, да, правильно? Да. Но человек уже говорят, иди работай, потому что он теряет это время. Да.
То есть можно идти работать или лучше подождать? Лучше ждать. Здесь есть несколько вариантов. Это, во-первых, рискованно как для человека, который идет на работу, и также это рискованно для того предприятия, которое нанимает этого человека на работу. Если вы человек осознанный, вы знаете тому, кого вы идете на работу, это одна ситуация. Если человек, которому вы идете, вы ему доверяете, это абсолютно одна ситуация. Если вы выходите на новое предприятие, не зная ни руководства, ни людей, ни всех остальных, не зная рекомендаций, то здесь ситуация абсолютно другая. Я бы рекомендовал не делать таких поспешных выводов, а сделать договор и выйти вовремя, в срок, лучше на свое место и не рисковать тем временем, за которое вы просто потом можете не получить деньги, или время, которое придется вам убить на то, чтобы получить ваши заработанные деньги обратно. Либо подождать договор еще в Украине, то есть договориться с предприятием в Украине. Так тоже делается. Прежде чем, я так обычно делаю своим людям, которые приезжают ко мне. Договорившись с человеком о работе, что он приезжает ко мне, я изначально складываю ему освещение за мяжа працы, документ, который его трудоустраивает. И в тот момент, когда он приезжает ко мне, с истечением уже примерно закладывает двухнедельного срока, он выходит у меня уже легально, приехав, может, на следующий день выходить. Поэтому лично я стараюсь брать людей из Украины. Люди приезжают, они находятся уже в легальном статусе работы и работают у меня официально. Как делают другие? Ну, не у всех есть возможность найти людей из Украины. Некоторые берут людей, которые приезжают сюда, поэтому действительно такие ситуации имеют место быть. И каждый должен знать, что есть определенные риски, связанные с тем, что вы за это время можете не получить денег. И доказать это будет достаточно сложно. Либо обратиться к юристу. Чем мы можем помочь? У нас есть свой юрист в палате, в организации, который занимается именно этими вопросами. И мы пишем документы, все обращаемся официально к этому предприятию о возмещении денег для тех людей, которые работали. Но для этого должны быть тоже какие-то доказательства, что вы были там, что вы работали, что вас кто-то сможет подтвердить хотя бы на словах. Какие-то сотрудники, которые работали с тобой, да, могут подтвердить, что там работают. Желательно, чтобы были вообще какие-то документы, чтобы хоть какие-то документы были, записи. Хотя бы были даже видео, что вы там работали, с фиксацией там того проработанного дня, когда вы выходили на работу. Все это как бы имеет место быть. Mm-hmm. Все это можно доказать, но на все это время, ну, вы понимаете, нужно больше времени. Если у вас все оформлено документально, это делается максимально быстро, и никто даже не захочет с вами судиться, спорить и так далее. Но если этого момента нет, то стоит обратить внимание на то, что стоило бы все-таки зафиксировать то время, которое вы работаете. Я понял. То есть подсуммируем, чтобы, если уже так случилось, что работодатель не платит деньги, да, то есть единственный вариант — это обращаться в так называемый ПИП, правильно? То есть это как один из вариантов? Один из вариантов решения вашего вопроса. Один из вариантов — это договориться с работодателем, чтобы он все-таки вам выплатил, иначе вы обратитесь в эту организацию. Это в идеале. Но если этот вопрос не решается, тогда у вас есть вариант обратиться к нам в организацию и за помощью решения вопросов через нашу инстанцию. Мы можем сделать запрос, мы можем сделать запрос в ПИП и так далее, если вы не знаете, как это сделать сами. Ну, если вы хотите это сделать сами, вы можете это сделать точно так же сами. Но мы не берем плату с тех людей, которые обращаются к нам, мы решаем эти вопросы бесплатно, просто та сумма, которая должна будет выплачена вам, она как бы будет фиксированная, потому что на это идут определенное время, иски и так далее. То есть за это не платит человек абсолютно ничего. Мы помогаем решать этот вопрос. И какой-то процент мы начисляем тому человеку, тому предприятию, которое должно возместить вам вашу убыток. Mm-hmm. Поэтому оплачивают фактически это. И еще такой вот интересный вопрос. Вот есть такая линия бесплатная для украинцев, которые могут звонить, они помогают в этих вопросах. То есть, и мне было интересно задать этот вопрос. Я задал про ПИП, да. И они сказали, да, можно обратиться. Но если человек работал нелегально, то как бы две стороны понесут ответственность. И человек понесет ответственность, и понесет также предприятие. То есть человек тоже получит штраф, правильно? Абсолютно верно. В этой ситуации рискуют двое. Но риски организации, они несоизмеримо больше, чем риски, которые у вас. Если организация уже хотя бы раз попалась на мошенничестве, и у них уже это было, то вариант того, что они захотят попасться второй раз, он минимальные. Да и никто не хочет иметь никаких проблем. Я думаю, что
зная все эти нюансы, любой работодатель захочет с вами договориться. Это гораздо дешевле, чем платить штрафы. И он просто будет связан по рукам и ногам, он не сможет делать документы, освещения и так далее. А для него это крайне важно, чтобы не остановить весь процесс работы. Потому что придет инспекция, начнутся проверки, ему заблокируют до выяснения обстоятельств складывания всех этих внесков, освещений. И это никому не нужно. Поверьте. То есть самое главное вначале не подавать уже в ПИП, а просто поговорить с работодателем, предупредить, что такой может быть вариант событий. Да, что вы обращаетесь в организацию, которая будет заниматься вашими вопросами, это его абсолютно отрезвит, что есть организация такая, как мы, есть еще другие организации, но вы должны обращаться и просить их о помощи. Тогда это имеет абсолютно другой легитимный вариант работы. То есть предприятие абсолютно по-другому смотрит на ту ситуацию, которая была до этого. Имея юридическую сильную базу, никто не захочет конфликтовать из-за каких-то 500 тысяч, 2, 3, даже 5 тысяч злотых. Ну да, предприятию намного выгоднее просто заплатить. Закрыть этот вопрос сейчас моментально, чем потерять контракт, работу сотрудников и трафик и так далее. Хорошо. То есть подсуммируем. Вначале, если обезопасить себя, то нужно поступаем, ждем контракт, подписываем, да. И только потом выходим на работу. Да. То есть это единственный вариант, как обезопасить себя в любом случае. Это самый лучший вариант, который может быть объективно самый правильный вариант. Желательно, чтобы со своим работодателем вы это решили еще до того, как вы приедете, и он сделал вам уже готовые документы на основании тех данных. Но в этой ситуации работодатель тоже рискует, потому что делая такие документы, он не знает, вы приедете или нет. То есть, если вы уже работали у него ранее, и он вас знает, то это один вариант. Ну, по своей практике, на своем опыте, я знаю, что я делаю примерно 10 документов, из них 5 примерно пользуются люди для того, чтобы уехать на другую работу. Поэтому у меня есть определенные риски, и я не всегда делаю, не всегда хочу делать. Поэтому нужно понимать, твой это человек или не твой, потому что многие люди просто пользуются твоими услугами, за которые ты платишь деньги. А каждое освещение, каждый документ, он стоит времени и стоит определенных денег, которые ты должен заплатить. Все это стоит денег. Ну что же, друзья, вот вы и поняли, как в принципе действовать в том случае, если вам не возвращают ваши деньги. Если что, Мариуш открывает свой канал, где он рассказывает много информации про бизнес в Польше. То есть там будет много такой интересной информации, поэтому, если интересно, ссылку я оставлю внизу в описании под видео. И также, если будут дополнительные вопросы, вы их можете также оставлять внизу в комментариях под видео, либо будут все контакты в описании. Ну что же, друзья, на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!